идеи нет государственной. Идеологии. Я прошу прощения, как бы государственная идея у нас есть как раз. На основе ее. Ее вслух сказать нельзя, потому что вот. Но она есть, конечно же. Нет, ну понятно, мы строим на самом деле многонациональную традиционную империю. Да. Вот и все. Мы строим традиционное общество.